Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, Дони, Андрюха, мы продолжаем играть GTA 5 Online, а это шоу «Прячь и ищи». Всем кукусяндр, дорогие кукусики, друзья. Кукусики, пацаны. Короче, Андрюха, с вами тоже, ребята, но у нас, как видите, уже подготовлены по три машины, и по вашим же заявочкам они будут абсолютно разные по цвету, то есть тут тупо не угадаешь, что найдешь, что и заберешь, так сказать, вот. Есть крутые тачки, есть тачки похуже, но я напоминаю, мы, получается, прячем их, а затем за 4 минуточки должны будем найти одну единственную, на которой пройдем испытание. Победил тот, у кого баллов будет наибольшее количество, ну и, в принципе, вы готовы, парни? Да. Ну и погнали предать это своим машин. Короче, пацаны, альфа, наверное, мы спрячем, знаете где? Я знаю где. Вот именно здесь, наверное, ей место достаточно такое. Знаете, вот прям вообще палится жестко. То есть тачка ни о чем. И если ее найдут, я буду только рад. В общем, ну погнали дальше. Другое дело предать, конечно, геттер, который стоит очень много. Он таки быстрый, вот. И, честно говоря, просто в какую-то... изевую нычку его сусовывать даже не хочется. А вот если бы, допустим, его спрятать здесь, да, почему бы нет? Вот тут пускай, короче, торчит. Я думаю, мало кто сюда поедет. Тупо по времени никто не захочет тут все это смотреть. Ну и нычка, в принципе, неплохая. Да и тачка тоже неплохая. Если найдут, я как бы порадуюсь, но не должны. Все, ребята, погнали прятать последнюю тачку. Ну и, пацаны, всеми любимый папкин рапидик мы, наверное, оставим вот здесь, да? Точно, давайте мы как-нибудь его сюда... просунем, в принципе. Да, точняк, ребят, давайте мы сейчас отгоним тачку. Так, отлично, и засунем тупо рапидик вот в это местечко. Как бы, оно, конечно, знакомо многим, но мало кто сюда приезжает, так как вообще волнуется. Да и времени же опять мало. Поэтому я думаю, что не найдут тачку именно здесь. И, в принципе, все, ребята, все тачки я спрятал. А значит, пора отправляться начинать эту рубрику. Ребята, ну, короче, все, тачки были спрятаны. Я предлагаю начинать, вы готовы? Нет. Динамитер запускаю. 1, 2, 3, поехали. Ух ты, козел! Сбивал он. Козел, я сам еле уехал. Козел, блин, я времени потерял, пока он меня сбил. Ребята, вы видите, что он сделал? Я думаю, ему стоит там написать комментарий. Нет, приятный какой-нибудь. Нет. Ладно, ребята, в общем-то, ищем тачки. Я за то, чтобы Димона почаще сбивать. Да, я тоже. Окей, вот вы козлы, конечно, вас тоже люблю. Все, группировочка. Ладненько, короче, что по тачкам? Точнее, куда спрятали-то? Я их не прятал. Я тоже не прятал, они где-то висят в воздухе. О, я нашел первую тачку! Что ты нашел? Я сказал, что я их не прятал. А, это Citroёn, получается, ты нашел? Да, это беспонтовый Citroёn. Слушай, ну 37 секунд уже прошло, я еще пока ничегошеньки не нашел. Так, а что по правилам я забыл? Типа мы находим и забираем сразу? Одну тачку находите и все. То есть можете выбрать ее, можете искать дальше. Ничего себе, нормально. Надо выбрать одну крутую тачку. Ну, типа, если сел, то уже все, да, то есть да, ты не проходишь испытание. Андрюх, все, поздравляю, ты будешь проходить на Citroёn. А, да, я уже нашел, серьезно? Да, все. Ема, пацаны, нормально. По правилам все так, вот только я не пойму, где тачки, ребят. Ну, я не знаю, где-то стоят, наверное. Дули-дули, ребят. Я уже скажу так. Пол-пол проехал. Пол-пол проехал. Hello. Фак упал опять, да ну на. Че, я вообще себе держусь. Ты меня сбить еще хотел, да? Да. Я понял. Че вы там месите? Кто-то засунул в раздевалку, ничего не засунули? Печально. Так, полторы минуты уже прошло, ребята, осталось всего 2,5. Сегодня интерьеров не будет, пацаны, сразу вам говорю, можете искать, не искать, не будет интерьеров. Так, тут тоже нету. Че? Да, не будет интерьеров. Пацаны. Нашел! Это что у нас? Это что у нас? Так, короче, я понял. А что там нашел? Короче, Kia нашел, но не буду. А, Kia, это моя, братан, моя тачка. Ладно, окей, ну ее нафиг. Не, ну я Citroёn нашел еще. Что-то мне это не нравится. Мне тоже не нравится. Ты тоже не можешь ничего найти? Не, я ничего не могу найти. Тихо. Парни, то есть я нашел одну тачку, и я все не могу больше ничего искать. Да, все. Ты ее забрал, если тоже. Ну да, ты сел, то все как бы не. А, ну все, тогда ладно. Блин, да уже половина прошла. Как бы я уже половину объехал, и я ничего не могу найти. Я ну бывает, меня... братан, вообще, бывает. Я даже не одну... А, ну, я типа нашел первую? Kia? Нет. Чё ты нашел? Вообще, какой-то Volkswagen. Дешман. А, я понял. Не, на самом деле надо... Опа, нашел! Нашел, короче, в мастерской, получается, Nissan 350Z вот засунули этот, кто-то. Вот ты этот, Васильевич, это я поставил. Слушайте, я нычка никогда так не использовалась с нами. Он вообще, да, что да, ли, да, не едет? Не, он Ё-моё, пацаны, короче, жестко. Я сел в эту тачку, подумал, что она быстрая, хорошая такая, и в итоге, да, походу я облапал. А что по времени? Времени осталось минута 20, нашел тачку, да? Ну я нашел вторую, но что, я посмотрю, а, да,
Это, ну, блин, я не знаю, что лучше. Еще минута, то есть старый Volkswagen. Ты еще можешь как бы посмотреть, а мы тем временем останавливаем время. Для меня и для Андрюхи, вот, и ждем, пока ты найдешь свою тачку. Ну, давайте, давайте. О! Ребята, пока Донни искал свою тачку, он нашел какую-то Альфа Ромео, вот, да. Это, получается, моя. А я нашел, в общем-то, тачку Ваньки. Это, получается, вот этот вот, что это, Форд? Ну, джип. Да, 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 просто стоял, как бы, на парковке, никому не нужен. Не, ну, у меня елочка. От меня, получается, есть Рапид, смотрите, получается, вот я скинул. Да, я нашел его, да. Вот, да, вот Рапид мой. И давайте покажу, где я спрятал третью тачку, которую вы не нашли. Ну, а третью тачку Nissan, самый дорогой, самый быстрый, я решил вообще, ну, конкретно так запрятать. Ну, неплохо, неплохо. Ты, короче, вообще непонятные дебри, ну, и вы его не нашли, да. Погнали, покажем тачки, которые, куда вы спрятали. Ну, что, пацаны, тут, короче, все мои три машины стояли, в принципе, близко. Вот стоит здесь у меня. Что? Ну-ка, ну-ка. Где? На три там стоит ламба. Вот, тут ламба стоит. Нифига. Я сюда заезжал, по-моему. Или нет? А, я на тачку хотел спрятать, я ее не спрятал, прикинь, да. Но первая тачка Андрюхи, которую мы нашли, но я не взял ее, это получается Kia. Ну и последнюю, ну, куда же ты там ее засунул? А ну покажи-ка. В смысле, ты вам нашку что ли закинул братан, тачку? Братан, двери открытые, заходи, не стесняйся. Ребят, понятно, вот она, Альтеза стоит, как бы, да. Окей, но я даже не чекал это место, потому что, ну, я не думал, что на дрелях что-то будет. Ладно, ребята, все тачки мы показали, мы, как вы видите, уже выбрали свои тачки и погнали, пройдем ряд испытаний. Итак, друзья, время для испытания под названием Drag Racing. Давай, Дима, отсчет. 1, 2, 3, поехали. Из Франции прибыть вас это лишить, короче. Погнали дальше. Кого лишить ты там решил? Себя лишить. Я понял. Скорость. Слушайте, тебя лишить. У меня уже 170. Братан, 190. 140. О, я по 140, 200, короче, 250. Не, ну у меня на разгоне она прям вообще овощная, но по скорости она 230 выжила. Притормози, 160. 160? Окей, я, короче, финишировал, а у вас кто там, блин, получается? Блин, лак! А, залагал, Андрюха, 170. Ванёк. Ванёк первый, да, получается. Да, Ванёк. Отлично, первый. Ребята. Ну чё, мы записываем баллы и погнали на следующее испытание. Гоу! Итак, друзья, время для дерби. Раз, два, три, погнали, две жизни. Погнали. До двух жизней, до двух побед. Так, блин, у меня кто там первый полетит, пацаны? Тихо. Ой, я думал, я вылечу. Нормально. Чё, нормально. Карусель. О, зацепился, я понял. Ладно, окей. Карусель. Ты думаешь, так, я поеду? Кого там? Ну, кого тебя там? Либо ты едешь, либо тебя Андрюха сзади. Как а, вариант. Я тебя предупреждал. Я не успел среагировать на все это, конечно, дело. Так, ладно. Чё? Чего? Чего, ты вылетел, что ли? Чё? Ты так толкал своей жопой, и в итоге вылетел, и Андрюхе первый балл. Своей жопой. Нормально. 1, 2, 3, поехали, ребята. Поехали. Так, короче. Короче. Димон мне мстит. Нафиг. Иди нафиг. Так, да. Вам не надоело меня толкать? Ты просто избиение младенца. Чекаешь, я избиение младенца? О, Андрюха! Да, 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 давай, давай, докидывай. Вот, Тони, вот ты, конечно, я пытался себе, не людям. Что ты пытался? Ты меня пытался как-то сдвинуть боком. Чё? Я понял. Норм. Мы с Андрюхой разъехались, а ты тут убрался. Блин, зачем, Андрюха? Я никого не тронул, двое улетели, молодцы. Такая борьба, да. Ладно, давайте еще раз, получается, у... А Дони и у Вани... У Дони и Андрюхи по баллу, да? Да, по баллу. Начинаем, поехали. Давай, давай. Го, пацаны. Так, так, кого тут стопнуть? Да иди ты находись, блин! Ну молодцы, два, просто красавчик. Да какая разница, я выиграл, да. Да, получается, Дони выиграл, вот. Потом идет Андрюха, ну а за ним иду я. В общем-то, ладно, на драге выиграл, тут проиграл, и я думаю, что в следующем испытании я также затащу. Короче, пацаны, дальше у нас прыжок с огромнейшей рампой. Ой-ой-ой-ой, вы чего? Да вы что делаете? Бешеные, блин. Боже, молодцы, давайте мы нормально уже тут распространимся, боже. Да, пожалуйста. Ой, я, кстати, я встал. Димон, да, я не встал. Когда утром, да, после хорошей ночи. Я встал, все отлично, короче, отлично, отлично. Отличное начало, Димон. Летим. 340, пацаны. Какая скорость, Андрюх? 340, да, у меня тоже. 340 было, да-да-да. 360. 340 тоже. Ребята, что у вас рампа сделала? А почему я так низко полетел? Я понял, ребята, вы рампу сломали. Короче, перепрыгиваю. Серьезно, нифига. Так, а что у вас по скоростям там было? Так, ну у меня 340. 402. Вау! Это как вообще назвать? В смысле 402? У меня 402 было, я в итоге улетел. Я пролетел дальше вас явно, но чуть-чуть практически. Но я когда вылетал, меня просто прокинуло каким-то образом, закрутило, завертело. Ну это не важно, так как баллы все равно забираю я все три. Идем далее на другие испытания. Гоу! Ну чё, пацаны, съезд к наркоманчикам. 1, 2, 3. Погнали, пацаны, да. Сейчас будет известно,
Кто привет любитель? Там этому Володе, который там на приеме. Какому я еще Володе? Я никого здесь не знаю. Какого там Володе? Ты там косплей-то придумал? Я тут вообще буду лишним. Я видел, как вы полетели, облетели меня все. Тихо-тихо-тихо! Володьке привет! Дерево, хорош. Я понял. Какой еще Володька? Я не понял, о чем Володька. Закладчик, что ли? Ты Путину, что ли, косплей передать или что? Я не пойму. Такое себе, ребят. Да, да, да. Тихо, тихо, тихо. Так, Андрюха, Андрюха, минус, я смотрю. Так, я полетел, да, да, да. А что Дони делает вообще, вы посмотрите на него. А что там вытворяет вообще? Там просто капец, какой-то у него творится, тихо, тихо. Ля какой. И в личной жизни, пожалуйста, пацаны, изи. Все, финиш. Успехов, бро, успехов. Я тоже. Изи-пизи, лемон сквизи. Нет, Андрей, на второй! Это я тупо перевернулся прямо в конце! Залет! Это залет, Дима. Крыша, боже, я-то думал. Ладно, ребята, в принципе, у нас еще одно испытание, надеюсь, по балансу таки вытащу. Погнали! Ну что, пацанчики, вздрогнем? Вздрогнем! Вздрогнем! Побежали, полетели! Ой, фак, ребята, я вас обожаю. Полет, полет, полет. Я вздрогнул! Я уже на этом вздрогнул. Я, короче, ребята, да. Так, кто следующий вздрогнет? Походу, у меня очень долго. Все очень печально. Да. А не, обошел. Факт, нормально. Слушайте, ну... Поехали. Ебо, я проехал дальше. Так, ребята, ема, пацаны, меня выпрямило. Короче, нам надо тоже ехать дальше. Я проехал ко мне и еду дальше. Да. Ема, пацаны, меня выпрямило. Ты там это, Димон. Нет, я остался. Давай, перелететь тебе надо. Боже. Что? Так, ну норм, хочешь поехать дальше, боже, поехали. Боже, какой мужчина. Так, Андрюха, ты я все? Здесь, ты я встал, остался, да. Короче, получается, что, по баллам у Дони 3 балла, у меня 2 балла, у Андрюхи 1 балл, и сейчас, ребята, мы почитаем все баллы. Короче, пацаны, почитали баллы, и получилось так, что вначале вел я, прям хорошее такое лидерство у меня было, потом все-таки Ваня меня догнал, обогнал, и теперь получилось как? У Андрюхи у нас получается 8 баллов, у меня 10 баллов, а у Ванька 12 баллов. Левое. Прикольно, прикольно. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилась рубрика. Мы прям сильно постарались, нашли крутые тачки. Обязательно за это ставьте лайкосики. Подписывайтесь на наш канал, ссылки в описании. Всем удачки, всем пока. Всем пока. Всем пока, народ.